На ремонт проспекта Салавата Юлаева в Уфе выделят до 100 миллионов рублей. Конкурс по отбору подрядчика объявил Центр организации и проведения конкурсных процедур администрации столицы. Торги пройдут 26 сентября. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит отремонтировать 3 километра дороги на отрезке проспекта от улицы Мурманской до 50-летия СССР. Исполнитель должен провести подготовительные работы, уложить новый слой асфальта и нанести разметку на площади более 66 тысяч квадратных метров. Качество выполненных работ проконтролирует служба строительного контроля Уфы. Напомню, в начале лета объявили конкурс по выбору подрядчика для реконструкции улицы имени города Гали от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева, включая существующую транспортную развязку. Подрядчиком стал «Дортрансстрой». Компания выполнит работу почти за 906 миллионов рублей.